драйв, привет. Вот 2.5 двигатель у меня уже. Решил засечь ее за 300 метров, что будет. Дубль 2. Вот моя машина. Вроде как ничего хуже не стало. Только двигатель стал получше. Посмотрим, что с этого получится. Сейчас зафиксируется немножко. Работает мой 2.5, 170 лошадиных сил, в данный момент, наверное, 180. Ладно, попробуем на разгоне. Рано начал тормозить. Заметить, что так она срывается со скоростью. Прошу заметить, что у меня не работает воздухомер. Ну, в принципе, вот так вот все это выглядит. Воздухомер вообще не подключен. Пока что работает только двигатель 2.5, лямбда-зонд, ну и компьютер 2.0 мозг. Не знаю, может, в будущем немножко все изменится. Нет, не может точно все измениться. Буду рассказывать по мере возможного.